Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 62 на странице 47 учебника по русскому языку для 2 класса автора Климановой. Рассмотрите рисунок, прочитайте слова. Вода, водяной, подводный, водолаз, водитель. Запишите слова, обозначьте корни. Вода, водяной, подводный, водолаз, водитель. Корень во всех словах вод. Сравните слова по значению и написанию. Слова вода, водяной, подводный, водолаз имеют общее значение. Это вода. И пишутся корни в словах абсолютно одинаково, хотя произносятся по-разному. Какое из них не относится к группе родственных слов? К группе родственных слов не относится слово «водитель», потому что это слово образовалось не от слова «вода», а от слова «водить». Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.